Совсем недавно на Первом канале состоялась премьера 5 сезона остросюжетного детективного сериала «Ищейка». В 5 сезоне в жизнь Александры Кушнир ворвалась ее бывшая однокурсница Светлана, успешная женщина и идеальная мать. Александра задумалась, все ли в ее жизни правильно и как найти баланс между работой и личной жизнью. После этой судьбоносной встречи Александра садится на диету, начинает заниматься спортом и йогой. А тем временем в отдел приезжает человек, у которого с Александрой старые счеты. Но Александра продолжает бороться за личное счастье и виртуозно распутывает самые сложные дела. Будет ли 6-й сезон? Сериал «Ищейка» настолько понравился зрителям, что руководство Первого канала даже и не думает завершать эту историю. Съемки 6-го сезона проходили еще осенью 2020 года. В новом сезоне мы увидим, что в жизни Александры все хорошо. Она вновь расследует запутанные дела вместе со своей профессиональной командой, а семейная жизнь радует гармонией и планированием второго ребенка. Однако неожиданная проблема с мужем рушит все надежды и снова открывает, казалось бы, уже навсегда закрытые двери и ставит Александру перед непростым выбором. Но благодаря именно этим трудностям она определит, что же по-настоящему ценно и дорого в ее жизни. Александра принимает важное для себя решение и с головой уходит в работу, ведь там она всегда знает, что делать. Премьера 6-го сезона «Ищейки» запланирована на осень 2021 года на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.